Папиломы и бородавки вы сможете вывести этими простыми доступными средствами раз и навсегда. Буквально за несколько дней. Что ж, причины образования папиллом, бородавок, кератом, гемангиом и других образований на коже я подробно пояснял в своих соответствующих видео. И вы их можете потом посмотреть, а ссылки на них я дам вам в описании под этим видео. Ну а сейчас, не теряя время, я расскажу вам методы, как вам можно вывести папилломы с кожи, нанесением на них йода с чесноком, лимона в виде специальных компрессов, лимона с вазелином и еще другими методами. Итак, про йод. Покупайте в аптеке не обычный йод, а повидон йода. Он тоже продается в аптеках, и этот тип йода используется в медицине для лечения вагинальных инфекций и ожогов. А также это мощное средство от вирусов, бактерий и грибков его применение должно быть наружное. Раздавите один зубчик чеснока для выделения его сока с частичками мякоти. Добавьте к этой суспензии 2-3 капли повидон йода, хорошенько смешайте и наносите это на ваши папилломы, заклеивая место нанесения пластырем. Разумеется, тканевой частью, чтобы сама клейкая часть пластыря наклеивалась на соседние участки кожи, а где папилломы, эта часть фиксировалась бы не клеющей частью пластыря. Держите так 30-60 минут. Начните с малого, минут с 10-15. Нормальная реакция индивидуальная. Доводите экспозицию, выдержку до 60 минут. Давленную пасту чеснока в холодильнике можно держать, хранить до суток. А перед использованием добавляйте к этой пасте 2-3 капли повидон йода и начинаете процедуры. Заранее йод с пастой не смешивайте, так это средство быстро портится. Наносите это средство на ваши папилломы, бородавки 2-3 раза в день. Что ж, органические кислоты тоже хороши и нужны как внутрь, так и снаружи. Яблочный натуральный гостовский уксус я советую пить до каждого приема пищи, а также на ночь по 1-2 столовые ложки, разбавляя в 1 трети до полустакана воды, а на ночь в одном стакане теплой воды и выпиваете таким образом. Это улучшит ваше пищеварение, усилит дезинфицирующий барьер желудка от попадания в организм инфекций через пищу и воду, а также снизит сахар в крови. А вот лимонный сок, хотя его тоже можно пить, добавляя в воду, тем не менее, говоря о наружном применении, против папиллом если только у вас нет псориаза, экзема, других проблем с кожей, а также аллергических реакций на лимонный сок, такие люди встречаются. И это легко проверить нанесением небольшого количества концентрированного лимонного сока, буквально несколько капель, на кожу в районе сгиба локтя. Нет реакций? все у вас хорошо в этом плане, то лимонным соком можно протирать папилломы ватной палочкой, это удобно делать, 5-7 раз в день, от 1-2 месяцев до полного исчезновения папиллом. Но более эффективный метод таков. Надо взять один лимон среднего размера, пропустить его через мясорубку, добавить к этой пасте вазелин, постоянно помешивая до консистенции густой сметаны. И наносить этот состав на папилломы и бородавки, причем наносить так, нанесли, подсохло, еще раз нанесли, так 2-3 раза в день. А на ночь, вдобавок к этому, делать так называемые компрессы с кусочками давленной мякоти лимона. Нанесите сначала на 20-30 минут, если нет аллергии, то прикладывайте эту раздавленную мякоть на ваши папилломы и бородавки на всю ночь. И фиксируйте сверху пластырем эти кусочки мякоти лимона давленного. Фиксировать так, как я уже говорил выше. Можно применять метод лимона с маслом, если у кого будет раздражение кожи на вот этот метод с вазелином. Хотя вряд ли, но тем не менее тогда применяйте метод другой. Берете один лимон, прокручиваете на мясорубке целиком, Заливайте оливковым маслом до клейкой вязкой консистенции, постоянно помешивая. Две недели эту смесь можно хранить в темном месте. Можно в холодильнике, протирать 2-3 раза в сутки. Но до всех этих процедур с вазелином либо маслом, эти места, которые вы будете обрабатывать, папиллом и бородавки, протрите хорошенько трехпроцентным раствором перекиси водорода, аптечным обычным. И после высыхания наносите данные средства. Ну что ж, я рассказал вам коротко и очень четко, важные действенные методы. Но помните самое главное и поймите, внешне вы уберете папилломы, но это еще далеко не все. Некоторые типы папиллом онкогенны. И проблемы зарождения их и уже появления на коже начинаются и протекают внутри организма. Потому воспримите мой данный вам совет сейчас весьма серьезно и лечите не только внешние проявления, но и внутренние причины. Эти вирусы, опасные, онкогенные, в организме точно уничтожаются, подавляются веществами гриба шиитаки, а конкретно полисахаридом лентинаном и мощными иммуноукрепляющими антиоксидантами и другими веществами препаратов профессора Исаева селеном и Амафор, вот этими двумя, комбинируя, применяя их в течение дня совместно, вот эти три препарата, Шитаки водорастворимая форма, селеном и Амафор, применяйте их от трех месяцев подряд. Заодно вы укрепите свой иммунитет и защитите свой организм от очень многих болезней. Есть еще очень эффективный набор укрепляющий иммунитет, подавляющий вирусы, в том числе вирус папилломатоза. Вот он и ссылку на него я тоже оставлю. Но к нему я советую все-таки добавить препараты профессора Исаева, или поступить более простым первым методом, о котором я сказал вам. То есть только шитаки, латал и амофор. Ссылки на все эти препараты я оставлю вам под этим видео. Также я оставлю вам ссылки на очень важные видео на все эти темы, как и ссылки на видео про яблочный уксус, шитаки, и препараты профессора Исаева. Обязательно посмотрите эти видео, поймете, как и что работает. И смотрите мои другие видео, обязательно не ленитесь, они все очень информативны, важны и просто жизненно необходимы. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия, Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!